Свой 85-летний юбилей в эти дни отмечает заслуженный учитель России Абдурахман Даюнов. И в своем почтенном возрасте Абдурахман Мусаевич не изменяет привычкам. Он интересуется, что происходит в мире, в стране и в родной республике. Единственное, что сейчас его огорчало, заслуженного педагога, это то, что с осени его телевизор перестал ловить сигналы самых важных для него телеканалов – «Россия-1» и «Россия-24». Также для Абдурахмана Даюнова важной темой остается вакцинация. Ахмат Халкечев с подробностями. Абдурахман Мусаевич больше полувека своей жизни посвятил благороднейшей из профессий – профессии учителя. Он является заслуженным учителем России и Карачаево-Черкесии. Разумеется, просьба верного зрителя телеканалов семейства ВГТРК не могла оставить равнодушным директора нашей телерадиокомпании Светлану Казиеву. По ее поручению команда ГТРК Карачаево-Черкесия во главе с заместителем директора по технике Евгением Гладуниным выехала в Сарытюз. На месте Евгений Александрович сразу же определил своим профессиональным взглядом причину отсутствия сигнала. По его словам, проблема заключается в особенностях местного рельефа. Просто ДМВ антенну на дециметровые волны купить. Они продаются именно для цифрового эфирного телевидения. В идеале, конечно, с усилителем, если купить. Там усилитель в ней встроен. И все. То есть антенна ДМВ с усилителем. И я должен сказать, что процентов 80 сигнала вы получите здесь. Да все хватит. Все, это в идеале. Да. Это самый хороший сигнал, 80%. Вот тут не хватает буквально 5 метров. В сторону отойти 5 метров. Угу. Вот эту гору обойти надо. Угу. Вот, и все. Вот тут сигнал есть, я уверен, на 100%, где мы стоим. Как рассказывает сам Абдурахман Даюнов, сигнал телеканалов семейства ВГТРК «Россия-1» и «Россия-24» пропал в начале сентября прошлого года. Евгений Александрович настроил приемник цифрового телевидения в ручном режиме, и нужные каналы появились. Но, как он еще раз отметил, антенну и место ее расположения, чтобы получить устойчивый сигнал, необходимо поменять. Вот это «Россия-1». Вот. Рашид Арсеевич, 1 февраля он провел пресс-конференцию. Вот как так хотел посмотреть, но не получилось. Абдурахман Мусаевич Даюнов – человек, умудренный жизненным опытом, привык доверять только проверенным источникам информации. И в этом плане государственные средства массовой информации вне всякой конкуренции. Ну а блок регионального вещания на канале «Россия-1» дает полноценную информационную картину дня именно нашего региона, резюмирует он. Чувство высокой гражданской ответственности и большое желание поскорее вернуться к привычному ритму жизни побудили нашего героя привиться от коронавируса отечественной вакциной «Спутник Ви». Сейчас почтенный старец, разменявший 9-й десяток, без страха и опасений посещает массовые мероприятия, общается с людьми вживую. Одним словом, живет так, как он привык жить большую часть своей жизни. Спрашивали, самое главное, вы добровольно? Я сказал, добровольно. Мне 85 вот в этом месяце точно. Я сказал, я не боюсь, специально. Лучше принимать, вакцинироваться, чем болеть. Действительно, прошло все нормально. Сплю, кушаю нормально. А вообще, мне побочные болезни были. Желудочно-кишечный тракт, сердце, все. Ну, я думаю, все прошло нормально. Свою признательность создателям вакцины наш собеседник выражает весьма патриотичными, но от этого ничуть не пафосными эпитетами. Он, не скрывая гордости, говорит: «Наша страна, первая в истории покорившая космос и в момент нависшей над всем человечеством опасности, в очередной раз доказала всему миру, что нет равных нашим ученым». Как еще нам поведал Абдурахман Даюнов, в планах у него возобновить оздоровительную ходьбу, которую он прекратил еще в апреле 2020 года с началом пандемии. Для хорошего самочувствия в течение часа неспешным темпом необходимо проходить минимум 6-7 километров, говорит он. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Джугутинский район.